Привет, привет, привет. Я сегодня на работе. Вышла через 5 дней после больничного. Вливаться надо заново. Так непривычно, необычно. Ну вот, начнем работать. Любимая аптека, любимые запахи, любимые клиенты, пациенты. Ой, был у меня сегодня возврат по кассе. Сижу, пишу объяснительные. Куча документов заполнить, чтобы вернуть несчастные 265 рублей. Пошу на фоне товара. Да, пошу в поделиться. Товару, коробок, остатков. А, кто-то разобрал, короче. Ну, мне еще тоже предстоит разбирать и разбирать. Пришла из Магнита, принесла обед фармацевта. 400 грамм овощей, всего лишь 32 рубля. Сделаю салат. Буду правильно питаться, буду здоровая, красивая, активная, буду много работать. Наконец-то закончен рабочий день. Ох, устали. Сегодня было много товара. Раскладывали по полкам, расставляли по витринам. Зашла в Wildberries после работы. Забрала сыночку своему на футболочку, на физкультуру в садик. И вот что еще обнаружила. Мята. Настоящая мята, перечная. Вот смотрите, такие густые сиреневые соцветия и мягкие опушенные листья. Целая плантация. Ну, красота же, и пахнет как замечательно. Обожаю мяту и вообще все пряно-эфирно-масличные растения. Ну все, всем пока, день закончил. Сегодня все было хорошо, завтра встретимся снова.